Таможня дает добро. Для ускорения товарооборота установили часовые нормативы оформления. Об этом сообщил новый начальник запорожской таможни Дмитрий Афанасиади. Дмитрий Афанасиади в таможне не первый год, 14-й. Был инспектором в Херсоне и замначальника в Одессе. Теперь пришел в Запорожье. Говорит, кадровых изменений не делали, только присоединили в рамках укрупнения Бердянскую таможню. Теперь там таможенный пост. Первое общение с прессой начал с приятной новости. Теперь таможенники за 2 часа делают то, что раньше за 24. Мытный контроль та оформлення товара за вантажною митною декларацією, якій заявлено не більше 10 товарних підкатегорій, а саме 10 товарів, проводиться не більше 2 годин з моменту подання декларації. Так таможенники собираются избежать необоснованных задержек. Но, как в каждом правиле, здесь свои исключения. Срок осмотра может затянуться, если для этого надо куда-то ехать. В проверке участвуют другие контролирующие органы, нужна экспертиза или дополнительные документы. Что касается запорожской специфики, то новый начальник таможни большой разницы в месте службы не видит. Говорит, главной задачей прежние – наполнять бюджет и бороться с контрабандой.